давние времена почти вся Русь была деревянной. Из дерева были дома и мосты, церкви и колокольни, тротуары и мостовые, и даже мощные стены вокруг городов. Деревянные строения возводили мастера-плотники. В их умелых руках всегда был хороший топор. Говорили, плотники рубят дом. Издревле старались, чтобы дом был не только крепкий и удобный, но еще и красивый. Его украшают резными ставнями, нарядными наличниками. К дому пристраивают крытое высокое крыльцо.